На сегодняшний день из 74 свалок, которые включены в территориальную схему, 14 уже не существуют. Они местными органами самоуправления были ликвидированы, то есть вывезены на какие-то лицензированные полигоны. Вот, а в ряде случаев они уже вообще возвращены в хозяйственное пользование, там пшеница растет на сегодняшний день. Но при этом 29 свалок, не включенных в территориальную схему, эксплуатируются предприятиями ЖКХ на территории Краснодарского края. Если говорить об общем количестве свалок, то на сегодняшний день их 177 на территории края, на общей площади 705 гектар. Вот, и 89 из них, как я уже сказал, эксплуатируются, остальные свалки находятся в закрытом состоянии, но при этом не ликвидированы и до настоящего времени не рекультивированы. При том, что общая площадь свалок 705 гектар, из них чуть более 200 гектар, это те, которые вот именно лицензированы и включены в государственный реестр. Для края аграрного, где сельское хозяйство одно из основных направлений экономики, конечно, непозволительная роскошь использовать под свалки такие площади, которые могли бы быть использованы более эффективно.